Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня новый урок вязания спицами. Раппорт узора равен 4 петлям и 4 рядам. То есть я буду набирать кратные 4 плюс 2 кромочные. Это лицевая сторона изделия, которое вы сейчас видите, а вот это изнаночная. Но она тоже красивая. Так, начнем. Первый ряд. Первую кромочную, как всегда, снимаю. Далее вяжу 1 изнаночная, 3 лицевых. Это раппорт узора, то есть весь ряд я вяжу 1 изнаночная, 3 лицевых. Второй ряд. Первую кромочную, как всегда, снимаю. 3 изнаночных, 1 лицевая. И по рисунку. 3 изнаночных, 1 лицевая. Третий ряд. Первую кромочную, как всегда, снимаю. 1 изнаночная. Накид. Теперь мы будем с этими тремя петлями работать. Первые две петли как бы слева я поддеваю и снимаю на правую спицу, не провязывая. Следующую петлю, третью, я провязываю лицевой. А теперь те две петли, которые мы перекрутили и сняли не провязанными, их одеваю на эту петлю, которую я провязала лицевой. И накид. Это раппорт узора, далее я его повторяю. 1 изнаночная, накид, 2 петли снимаю на правую спицу, не провязывая слева. 1 лицевая, одеваю эти 2 петли на лицевую. И накид. Так я вяжу весь ряд. Четвертый ряд. Первую кромочную, как всегда, снимаю. Далее весь ряд вяжу лицевыми петлями. Во всем рисунке первые кромочные я снимаю, не провязывая, последние провязываю изнаночными. Вот такой рисунок у меня получился. Красивый и легкий. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.